Hola, soy Diana. Aquí en España me llaman Janita. Привет всем. С 6 октября 2005 года я учусь на переводческом отделении филологического факультета университета города Малаги. Я учу английский, и итальянский и французский языки. Все это, естественно, на базе испанского как родного. Для того, чтобы добиться этого, что в течение долгого времени являлось моей мечтой, я безумно рада, что я наконец-таки этого добилась. Мне пришлось сдать вступительный экзамен селективида, который сдают все испанские студенты и зарубежные тоже. В этот экзамен входили тесты по английскому, испанскому языку и также 3 предмета по выбору. Лично я сдавала испанскую литературу, всемирную историю и историю искусства. Для того, чтобы подготовиться к этому экзамену, я выбрала языковую школу в Малаге, Малага институт. Я безумно благодарна учителям, потому что они мне очень помогли. Они помогли мне добиться того, чего я добилась. Конечно, мне и самой пришлось поработать, потому что я посвятила 5 месяцев учебе, но я ничего не жалею, потому что именно это помогло мне добиться того, чего я собственно, и добилась. И я очень благодарна учителям. Они очень милые люди, и они на самом деле помогли мне. Если ты хочешь учиться в университете в Испании, я советую тебе приехать сюда, в Малага институт, потому что здесь они разработали специальную программу по подготовке к этому экзамену, вступительному экзамену селективида, и я уверена, что ты не пожалеешь. Нет ничего невозможного, если ты хочешь стать испанским студентом, как это сделала я, присоединяйся.